Смотрите, какие необычные и крутые товары до 5 долларов я покажу вам в этом видео. И в конце ролика будет ваш любимый конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами увидим необычные, очень полезные и дешевые товары до 5 долларов с сайта AliExpress. Уверен, что товары вам пригодятся. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы вернуть себе часть денег с покупки с множества интернет-магазинов. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. Перед началом прошу вас подписаться на канал моего хорошего друга, основной канал которого был жестоко заблокирован. Вы все знаете, этот канал — это Топ Али. Здесь вы всегда будете в курсе новинок на китайском рынке и сможете найти вещицу себе по душе. И еще автор канала постоянно устраивает крутые конкурсы. Кстати, в этом видео мы с каналом Топ Али проводим совместный конкурс на 500 рублей. Смотрите видео до конца и узнаете все условия, они очень простые. Приятного просмотра! И первый товар у нас сегодня — это пемза для пяток. С теркой пемзой вы приобретаете целый комплекс для ухода за вашими ножками и при этом сэкономите свое время и деньги на посещение кабинета педикюра. Устраняет натоптыши и ороговевшую кожу на ногах. Поверхность терки насчитывает свыше 135 шлифующих микропластинок. Удобная форма терки пемзы безопасна при использовании. Эргономичный дизайн. Удаленные частички не рассыпаются, а собираются в специальном контейнере. Ледоходные насадки. Используя одно простое приспособление, можно уберечь себя от тяжелых травм, минимизируя возможность падения. Это так называемые ледоступы, известные еще как снегоступы, антискользитель и шипованные подошвы. Данные приспособления представляют собой накладки на обувь с качественной эластичной резины с металлическими шипами, которые позволяют удержаться на льду. Они легко одеваются на любой размер обуви от 35 по 45. Маленькая петля на носок, большая на пятку. Сувенирная монета биткоин. Как известно, физически она не существует, но наши китайские друзья изготавливают неплохие, на первый взгляд, сувенирчики. Интересная стилизация электронной валюты биткоин в монету может послужить неплохим сувениром на удачу или как в подарок. Сувенирный биткоин станет отличным подарком нумизмату, либо человеку, чья деятельность в той или иной мере связана с этой валютой. Мягкая игрушка Ждун. Знаменитый интернет-мем, покоривший полмира. Это настоящая звезда интернета, популярный мем, оригинальный персонаж, ждущий перемен. Ждуна начали вставлять в картинки классических и современных мастеров, в кинокадры и фотографии. Ждун оказался к месту почти везде и всегда. Игрушка в высоту 20 сантиметров. Руки у игрушки можно скрестить или же поставить в нужном положении. Изготовлен ждун из приятного на ощупь плюша. Очень мягкая. В качестве набивки использован хлопок. Все материалы гипоаллергенны и безопасны для здоровья, даже для самых маленьких своих почитателей. Многофункциональное смарт-кольцо с интегрированной поддержкой технологии ближней бесконтактной связи позволяет хранить номера телефонов, пароли и электронную почту, а также обмениваться информацией с другими НФС-устройствами, ссылками, фотографиями, контактной информацией. Кольцо изготовлено из защищенного от радиопомех титанового корпуса и оборудовано высокопроизводительным чипом, который может быть использован как для хранения личных данных, так и в качестве ключа для разблокировки смартфона, планшета и дверей. Универсальные зарядные интеллектуальные устройства. Совместимо практически со всеми цилиндрическими аккумуляторами, тем самым устраняющие необходимость использования нескольких зарядных устройств. Автоматическое прекращение заряда для аккумуляторов после полного заряда. Защита от нарушения полярности установки батареи. А еще есть режим пауэрбанка. То есть при наличии заряженного аккумулятора с помощью USB разъема можно заряжать сотовый телефон, КПК и тому подобное. Мини-увлажнитель в виде пончика. Недостаточная влажность воздуха негативно воздействует на организм и приводит к сонливости, утомляемости и рассеянности. Чтобы избежать этого, применяются различные увлажнители воздуха, которые зачастую являются не самыми компактными устройствами. Такой USB-увлажнитель отличается компактными размерами и в полном соответствии со своим назначением напоминает пончик. Для работы достаточно опустить его в любую емкость с водой. Инструкция по применению прибора довольно проста. Опускаете увлажнитель в сосуд с водой, где при контакте с водой увлажнитель нагревается, при этом вода начинает испаряться. Твердые духи.
Древнейшая форма парфюма, известная человеку, сегодня они снова в тренде. Ведь к числу их преимуществ относится отсутствие алкоголя, а значит меньший шанс получить раздражение кожи и очень длительный срок годности без риска изменения собственно парфюмерных качеств. Кроме того, твердые духи нельзя разбить или разлить. Их легко транспортировать и брать с собой в путешествие. Необходимый объем вы определяете сами. Светодиодные лампы чаще всего используются в бытовой технике, потому что имеют большую мощность свечения. С USB светодиодной лампой вы можете быть уверены в ее постоянном ярком освещении и долговечности по сравнению с другими обычными лампами и светильниками. Ее можно применять для комфортной работы за ноутбуком, портативным компьютером, работы с бумагами и в домашнем быту, там, где требуется локальное освещение. Компактная и удобная в транспортировке, а благодаря гибкой ножке свет можно направить в любую сторону. Заварник для чая в виде лебедя. Удобно и красиво. Этот заварник сделан в виде красивого лебедя, очень изящного. Тело лебедя и есть заварник. Открываете лебедя, насыпаете в него чай, закрываете, опускаете птичку в кипяток. С птичкой ничего не станется, а вы получите отличный, свежий, вкусный чай. Этот заварник сделан из пищевого пластика. Такой пластик не имеет запаха, не токсичен, не боится высоких и низких температур, долговечен и неприхотлив в уходе. В общем, это идеальный вариант для любителей листового чая и не любителей чайных церемоний. Защитный чехол на лобовуху авто. Практичный чехол, защищающий переднее стекло припаркованного автомобиля от оседающего инея и льда. Очень легкий и быстрый монтаж. Края чехла защемляются передними дверками автомобиля. Чехол со следующими размерами. Высота 146 см. Ширина до 70 см. Летом закрываете светоотражающей поверхностью наружу, чтобы не нагревался салон. Зимой же наоборот, чтобы не примерзала к стеклу вода. Материал водонепроницаем. Силиконовая спортивная бутылка на пол-литра. Это бутылка нового поколения, которая порадует даже самого изысканного скептика, будет приносить радость и наслаждение от удобства ее ежедневного использования. Бутылку можно очень компактно свернуть, что позволит вам сэкономить немного места. Крепится с помощью карабина к рюкзаку или на ремень. Прекрасно подойдет для ее повседневного использования дома и на работе, в школе и на отдыхе, а также для самых изощренных и экстремальных видов спорта. Мини-массажер. Это самый подходящий массажер для офисных работников и для тех, кто много времени проводит за компьютером. Несмотря на свои скромные размеры, массажер отлично справляется с поставленными задачами. Питание возможно как от батареек, так и напрямую от компьютера через USB-шнур, который поставляется в комплекте. Мини-массажер эффективен при массаже суставов. За счет легкой вибрации хорошо снимает болевые ощущения на коленях и плечах. Усталость, боль и нервные напряжения исчезают всего через несколько минут после воздействия массажера. Он незаменим для тех, кто много времени проводит за компьютером, так как есть возможность провести быстрый и в то же время эффективный массаж шейного отдела. Внешняя звуковая USB-карта. Подойдет для компьютеров, ноутбуков, у которых вышла из строя родная карта. Как известно, замена или ремонт штатной звуковой карты – удовольствие не из дешевых. Поэтому очень удобно использовать внешнюю USB-звуковую карту. На корпусе карты расположены горячие кнопки управления, с помощью которых можно отключать или регулировать звук, перелистывать треки. Технические характеристики. USB-аудиоконтроллер со встроенными двумя каналами. Кнопки. Отключение динамиков, отключение микрофона, регулятор громкости, следующий трек, предыдущий трек, стоп-старт, поддержка практически любых ОС. Комплект для ухода за проблемной кожей. Данные инструменты подходят как для салонов красоты, косметических кабинетов, так и для домашнего использования и обеспечивают грамотный и безопасный уход за кожей. Идеально подходят для удаления нежелательных изъянов, таких как угри и прыщи. Инструменты предназначены для комфорта и точности. Изготовлены из прочной нержавеющей стали, которая обеспечивает безопасный уход за вашей кожей. В набор входят 7 инструментов. Беспроводной светильник с датчиком движения. Отличное решение для освещения лестниц, коридоров, кладовок. Светильник удобный в использовании, оборудован датчиком движения, который включает и выключает осветительный прибор. В датчике находится фотоэлемент, благодаря которому он срабатывает только в темное время суток. Состоит из пассивного детектора инфракрасного излучения и электромагнитного выключателя. Когда меняется тепловой фон, источник тепла переходит в движение, датчик срабатывает. В случае, когда объект статичен, датчик выключается. Светильник изготовлен из пластика, круглый.
белого цвета, небольшого размера. Источником света являются 6 светодиодов. Ножницы для рукоделия. Очень удобны для подрезки коротких кончиков ниток в труднодоступных местах. Также ими легко и удобно можно надсечь закругленные края изделия перед выворачиванием. Удобный защитный колпачок предохраняет от случайных порезов. Ножницы легкие, с остро заточенными лезвиями на кончиках. Режущие кромки сходятся идеально. Инструмент удобен в работе. Аудиомодуль для авто. Позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные на любом USB-носителе или microUSB-карте в формате MP3 VMA. На нем установлен цифровой FM-тюнер, а также линейный вход для подключения напрямую любого внешнего проигрывателя. Модуль предназначен для конструирования домашних или автомобильных аудиосистем, а также для встраивания в существующие аудиокомплексы, не позволяющие проигрывать музыкальные файлы формата MP3 VMA. В комплекте также поставляется инфракрасный пульт дистанционного управления. Детектор валют, ультрафиолетовая лампа плюс обычный фонарь для подсветки. Позволяет проверить банкноты и документы на подлинность в ультрафиолетовом свете и на просвет в любых условиях. Компактные размеры и автономное питание позволяют носить детектор с собой. Эти качества делают его незаменимым повседневным помощником всем тем, кто контактирует с наличными деньгами. С помощью встроенной лампы легко можно рассмотреть микроперфорацию и водяные знаки на банкнотах и документах. Детектор можно использовать как фонарик в темное время суток. Данный детектор валют является самым компактным карманным детектором. Стоп-сигнализация для двери. Идеально подходит для квартир, общежитий, спальни, офиса и гостиничных номеров. Устройство для сигнализации работает как клин двери. Оно просто блокирует ее, и никто не может войти внутрь. Она имеет датчик вибрации с регулируемой чувствительностью и рев сигнализации 12 дБ. Сигнализация очень проста в использовании. Включите кнопку ON и подложите прибор под дверь или окно. И все. Теперь вы будете чувствовать себя в безопасности. Ведь как только кто-то захочет войти, сразу зазвучит сигнал тревоги. Возьмите сигнализацию с собой во время путешествия и при проживании в одиночестве для дополнительного спокойствия. Кодовая дверная сигнализация на размыкание. Это самый простой и распространенный датчик охраны дверного проема. Корпус датчика монтируется в дверной проем, корпус магнита на дверь. При закрытой двери оба корпуса располагаются рядом, и тревожный контакт, расположенный в корпусе датчика, замкнут, так как на него воздействует висящий рядом магнит. При открытии двери магнит отдаляется от корпуса датчика и происходит размыкание контакта, после чего тревожный сигнал подается на основной блок сигнализации. Машинка для чистки и мойки цепи. За цепью надо ухаживать, а не только смазывать, но и предварительно очищать от старой смазки. Старая смазка – это не просто черная и некрасивая грязь. Это твердые частицы пыли и песочек. Такая смесь конкретно полирует металл цепи до костей в местах трения, а это быстрый износ цепи и затем и звездочек, поэтому цепь периодически чистят. Данная отличная мойка состоит из резервуара, что заполненный растворителем и щеткой, что качественно очищает остатки масла и грязи. С помощью этой мойки руки будут чистыми, а процесс очистки цепи станет приятным и комфортным занятием. Автомобильная пепельница с подсветкой на светодиодах, которая включается при открывании крышки. Цилиндрическая форма, матовое покрытие, устанавливается в подстаканник. Внутри вставка с отверстием для тушения сигареты и держателем сигареты, а также специальным рифлением для более удобного встряхивания пепла. Крышка открывается одним легким касанием. Подсветка голубого цвета. Работает от одной батарейки типа SR2032. Пепельница подходит практически ко всем моделям автомобилей и крепится в подстаканник. Светодиодные клипсы для обуви. С такой штуковиной трудно остаться незамеченным. На вечеринке, на пробежке или в спортзале эти легкие шпоры привлекут внимание к вашим ногам ровным или пульсирующим сиянием светодиодной лампы. Устройства защищены от попадания влаги и могут проработать до 100 часов непрерывно. Довольно полезно для пробежек по городу в темное время суток. Клипсы можно крепить на кроссовки, туфли или сапоги, а также подходят для детской обуви. Игрушка «Пушистик Байла». Это веселый пушистый червячок. Его можно натренировать выполнять разные трюки. Он умеет ползать по пальцам и ладоням, спрятаться в кулаке, кривляться в прозрачном стакане. Это игрушка-фокус. Работает без статики, батареек и магнитов.
Секретные инструкции о том, как играть с ним, скрыты в упаковке. Игрушка развивает моторику, внимание и фантазию. Дети могут изучать и придумывать новые фокусы. Он гипоаллергенный, очень мягкий на ощупь, его можно стирать. А вот и долгожданный совместный конкурс. Приз конкурса 500 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на мой канал, подписаться на канал Топали, поставить лайк этому видео и написать последний товар, который вы заказывали с сайта AliExpress или что хотите заказать. Участвуйте в конкурсе и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!